Петров Алексей Иванович, герой Советского Союза. Родился в 1925 году в деревне Козино, ныне Островского района Псковской области. В июле 1941 года с подходом немцев к Пскову с группой отступавших красноармейцев ушел в Лугу, а оттуда с моряками добрался до Кронштадта. При бомбардировке получил ранение. После выздоровления поступил на работу на Кировский завод в блокадном Ленинграде. В боях Великой Отечественной войны с 1943 года. Командир орудия 84-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 75-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта. Гвардии младший сержант. Свой подвиг совершил во время Курской битвы. 6 июля 1943 года на рассвете немецкие войска, ведя в бой свежие крупные силы танков, продолжили наступление. Командуя орудийным расчетом гвардии, младший сержант Петров в неравном бою с танками и пехотой врагами подбил 4 вражеских танка, уничтожил большое число солдат и офицеров противника и удержал занимаемый рубеж. Погиб в этом бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года младшему сержанту Петрову Алексею Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.